председатель, уважаемые члены Государственной комиссии для выполнения космического полета по программе 66-й экспедиции на Международную космическую станцию готовились экипажи следующих составов. Основной экипаж – Штаплеров Антон Николаевич, командир транспортного корабля «Союз МС», командир экспедиции МКС-66. Ну, а я, как высокий государственной комиссии, беру слово, переживаю, потому что одно дело, ты находишься в корабле, другое дело, ты отвечаешь за жизнь этих людей. Поэтому волнение здесь, безусловно, у всех специалистов колоссальное. И колоссальное напряжение всех сил для того, чтобы со 100% уверенностью выполнить все регламентные работы по подготовке корабля, ракетоносителя и своего космодрома. Я изначально рассчитывал на то, что сам по себе проект привлечет большое внимание к отечественной космонавтике, к профессии космонавта. И, конечно, космос, он достоин того, чтобы показывать мастерски, более профессионально. Показывать и сам космос, и не само железо, а вот это вот преодоление, этот вызов, да, как мы говорим, который человечество бросает гравитации, бросает нормальной жизни на Земле. Потому что всегда, сколько и не существовало человечество, оно всегда будет мечтать. Если последние, скажем, там, десятилетия шло достаточно все рутинно, то сейчас идет прям вспышка интереса к космонавтике. Это происходит в Соединенных Штатах Америки, здесь комментировать нечего, сами это знаете. И в России наступил тоже период перехода на принципиально новую ракетно-космическую технику. И, конечно, вот эти вызовы, они, безусловно, связаны и с приходом новых людей. Для этого нужны новые люди, новые взгляды, новая воля, воля к преодолению, прежде всего, самих себя, страхов, обратных каких-то, так сказать, там, действий, которые иногда сдерживали раньше. Вот поэтому у ребят есть будущее, например, еще экипажа, именно в соответствии с этим предложением, это то, о чем я сказал. От этих 4 месяцев подготовки ждем очень многого. Мы ждем новой технологии подготовки человека, который не собирался в принципе лететь в космос, но так надо. Если мы отработали эту технологию сейчас и продемонстрируем ее всему миру, это означает, что мы будем готовы не только к 1000 нештатных ситуаций, но и к 1001. Все впереди, не будем загадывать, но я надеюсь на то, что 1000 специалистов Роскосмоса, которые вложили свой талант, профессионализм и душу в этих ребят, что этот ток будет правильной и надежной работой. Прилетели.
слышите меня, это Рогозин? Да, слышу. Я вас поздравляю с успешной стыковкой. Вас, Эдмондович, ребят поздравляю, Клима, Юлию. Желаем вам успешного начала вашей миссии вызов. Спасибо большое. Спасибо большое. Как самочувствие экипажа, как настроение? Хорошо. Немножко даже поснимать, пока летели. Все хорошо. Да. Выглядит хорошо. Ну хорошо, ладно, сейчас готовьтесь.